Рад всех приветствовать. Вот и настал новый день. Идея заключается в следующем. За моей спиной деревня нынешняя, вон там. Вот. Деревня стоит на месте барской усадьбы. За ней пруд. И в сторону города, и в сторону деревень туда уходили дороги, соответственно. Травы там немного. Может быть, не будет клеща. Сейчас посмотрим. А может быть и будет, все равно обработаемся. Ну и заодно побить в ту сторону, потому что, возможно, здесь какие-то движухи были интересные. Сейчас туда залезем. Покажу, что там делается. Такие виды открываются. Нет, здесь очень много советского мусора, к сожалению. Наперсток, пряжка какая-то и конинка. Больше ничего нет. Одна проволока, бухара и железо. Что они здесь нашлепали? Вон. Береза и труба. Зачем-то. Может, привязан. Итак, что-то подустали мы разведывательной деятельностью заниматься. Решили отдохнуть, погулять по чуду полям. Ё-моё. Конище. Точно с кареты с какой-то слетело. Знаете, как у нас здесь красиво сейчас. Цветочки, бабочки. Лягушки, клещей пока не видно. Но это не точно. Вот такая красота. Из бабочек вылетел первый монитосик. Пол копейки. Вам моя давно не было. С того года, по-моему, не было еще. К сожалению. Ну ладно. Какой год, наверное? Нет. Где фокус? Фокус убежал. Оп, пойдет. Вот добрели, не спеша до Елизаветиного угла. Крестик пожаловал. Вроде целый. Пойдет. Идем сейчас дойти до машины. Вывалилась полушечка убитая. Ну, как обычно. Ну, куча здесь. И куча всяких полов. Но красиво. Рядом с тем сигналом следующий. Значит, все подубито. Полушка Павел Первый. Хорошо тут все видно, наверное. Что, друзья, наконец. Долго мы собирались, и вот что-то все-таки собрались. Залезли мы на поле номер 0, которое так называемое. Одно из каскадов полей чудес, на котором попасть не могли. Оно перепахано, грубо перепахано и брошено. Но вместо того, что сейчас травы особо нет, хотя бы видно, куда наступать. Мы попробуем здесь походить. Первый сигнал. Убитая какая-то монетка. Катина полушка. Попробуем.
Ребят, попробовали мы походить по этому полю. Ну, короче, останется оно на потом. Башня реально больше глубже колена, наверное. По колено покажу. Жопа полная. То, что ходить. Копать, точнее. Вон она. Это жопа. Если ноги все переломать можно вместе с приборами. Вот на входе уже второй монитор. Только вот вошли, вот здесь на пятачке покрутились. Чуть не упали. И приборы. Деньга. Такая вот. Так что останется оно у нас в загашнике. Вот еще находочка. Не знаю, что за крестик. Сейчас покажу. Как интересно. Друзья, кто разбирается, скажите. Чуть-чуть сломанный, но... Но прикольный. Там я ничего не вижу. Посмотрим сейчас еще, ладно. Так, все, вылезли. Вдобавок еще клещей нацепляли. Там тропы лосиные идут. Короче, будем ждать, пока его перепашут. Но мы подтвердили нашу теорию. Там находки есть, и они там будут сразу. С 10 взмахов, 2 монеты, 1 крест, конина. Красота. Здесь на полянке сейчас к машине идем. Пятачок 46-го года. Я еще лопатой по нему вмазал с дуру. От счастья. Идем домой уже, наверное. Вот вам интересный момент. Вот эту полянку, которая вдоль дороги, да, мы по ней пробовали ходить. Ходили одну шмурь, то есть советскую, больше ничего. Смотрите. Вверх ногами. Часть складежка. В общем, складывается впечатление, значит, что тоже она, видите, не всегда поля сразу открываются. Много раз это говорили. Бывает, ездишь, хрень. У нас вот Щукинское так называемое поле. Тоже ходили по нему, ничего не было. А потом как залезли, мама дорогая. Может быть, и тут так же будет. Знаете, друзья, вообще прикольно. Первая ямка. Половина скудненькая. И вторая ямка. Главное, чтобы они теперь совпали. Сейчас попробуем. Ну, вот как она, форточка. Форточка, как она называется? Кажется, что она не совпадет. Это должна быть третья. Створка. Створка, да. Форточка. Форточка. Уже совсем планк съехал. Не, еще должно что-то быть, да? Кусочка не хватает. Маленького. Ну, это вряд ли найдешь. Маленький складень совсем. Маленький. Кусочка серединки не хватает. Действительно, две половины. Сейчас я трактом позвеню. Ну вот, дорогие друзья, мы погуляли сегодня. Из утренней вылазки, к сожалению, ничего не получилось. Но мы на самом деле много на эту деревню не рассчитывали, но проверить надо. Надо новые места искать. Удивила полянка перед нулевым полем, вот которая самая последняя, мы возвращались, откуда вылетел складенек. Вообще неожиданно, потому что в самом начале, когда мы тут здесь начинали ходить, я это поле, ну так, слегка пробивал. Ничего, кроме тюбиков, пробок, всякой ерунды. А тут... А, еще пломбочка выскочила сейчас, когда возвращался. Так что нулевое мы оставляем на потом, на заедочку, как говорится, когда с ним что-то сделают, или когда на естественным образом это поле чуть-чуть усядется. Что ходить невозможно. А по деревьям сейчас лазить страшно, потому что везде тропы звериные, везде клещи. Очень много это все раздражает. Понятное дело, что обработанные, но... все равно залезает. И на плечо мне он тут уселся, и ничего хорошего. Завтра, если получится, тогда выберемся. Не будем сейчас больше лазить по лесам, по неизведанным полям и рекам. Что опять же, засели клещей везде. Приедем вот на эту лужайку, попробуем пробить ее досконально. Находки я сейчас уже раскладывать не буду, там особо ничего нет, там штук 7 монет, наверное, там ничего интересного. И вот этот крестик, ну крестик вы уже видели.
Вот что за крестик, я не знаю, попробуем найти. Опять же, вы, скорее всего, уже видели, что это за крестик. На этом прощаемся с вами. Всем пока!